Жил, да? Да. Конечно. Он мне не делал. Да. Будешь определить на передачу. Потом вот сейчас Королева со своим Тарзаном, они тоже говорят, ну что, решили пиарнуться, никто до вас давно не говорил, якобы вот за Тарзаном, якобы он там не изменил. Вот сейчас они снова обсуждают, ее везде зовут. Ну, обсуждают, это же как за это платят. Вот. Потом Тимати со своей, это якобы мы расстались полгода назад, а теперь он якобы новый участник проекта «Холмс». Сейчас я туда встану. Нет, нас. А сфоткай нас на телефон, на мой, на. Слышишь, как щелкни просто нас для меня. Иди меня вот так вот. Вот так вот. Держи хорошенечко. Папа, а то смотри. А то смотри, эту фигню все уже облизывают. А то смотри, эту фигню уже все там полизали. Он потерлись. Да, на... Масочку надо сразу я надеть. Я эту маску сразу на это, нацепила, да и ей надо. Ей надо, вообще. Да, вот как раз ей надо было, чтобы она не кашляла. Ей надо маску, потому что мы что маме говорим, слушайте, она кашляет, говорю, как-то это надо ее полечить. Угу. Но она, да, это она типа вот простудилась, у нее как бы сразу это нормальная тема. Ну, ты скажи это. Это у вас дома. Нормально, да. Но она целый урок вот это сидит и в сухой вот этот зимнёк. Ты скажи это, пускай она. Бронхиальный, что я с тем, что вы чё это? Пускай а, это. А, она-то точно была ей маску, так сказать, так, Настя. Пускай это она ингаляцию поделает. Ничего. Ваня там сказала, мы там в баньке попарим. Обычно стали бы, да, вот так вот заниматься в баньке. Конь, видишь, тут. Ну. Теперь это будет... Thank you.
Ленинградской набережной. Дело нужное. Дон Батюшка слева. Ростов справа. Корабли плывут. Привет, наш молодежь клубится, пилится, шелушится. Что идет? Гарпуны уходят вглубь. Есть что-то захотелось. Коллега. О, смотри, как он вообще стал. Ветром сносит, и поэтому, а у него, видать, движка отсюда нету. Вот тот сам плывет. Капитан Кравцов. Знаем мы Кравцова. Пойдемте. Корабелька. А что? Спортивную. И она тут какие-то у него.
Запылилось, да? Ну, естественно, все страшно. Зовут? Эми. Как? Эми. Эми? Молодец, молодец, Эми. А это лайка или как? Хаска. Хаска. Хорошая собачка. Давай его. Да ну. Слушай, ну что-то как-то дует. Может, мы пойдем на Пушкинскую поедем? Часа в три пообедать.
холодно. Вам рублик донской, а нам? А нам 100 рубликов за ним. А нам 100 рубликов. Вот так вот. Глядишь, вчера, избудется. Вчера дети это повесила плакат, мальчик зашел и этим затупил. Глядя на плакат. Он же блестящий. Дыхание. Что-то сухим какой-то, что-то все будет потное, это все надо стирать. Я не знаю, это не просто тупо ходит и ходит. Надо как прогулка ходить. Но это не тренировка. Я прихожу, у меня штаны, знаешь, какие мокрые. Я просто крючая. Ладно. Это как у Чуи. Чуи мы дома. Ой, баржи летут. Мне нравятся баржи советские. Да, надо вверх подниматься, чтобы... Да, пойдем. Мне это будет слишком. Мне прям все лицо, я не люблю то, что такое. Все голову прям сильно. Хорошие зеленые дела, цветочки. Прям такие мощные.
Надо будет потесниться, мне памятник поставить.
ветер любит тебя. Шары надуйте. Там за завязочки можно их куда-то прицепить. А вот кота хорошо, видишь, зацепила за кондюк. Кот и он хороший, висит. Да, да. А вот привидение надо за что-то зацепить, я вот не знаю. Это пирожок с вишней. Я имею в виду, хорошо вам будет, где арка, может быть, туда повесить. Хотя нет, кот будет. Цыганская. Да я вот, наверное, как раз таки вот фунчозу пойду себе куплю. Это в жир идет. Да, вот не буду больше давить, а то я в последнее время пирожков что-то дохрена. Ой, не надо. Кого и ты смотришь на мою будку? А то попа пирожком будет. Как раз нам уезжать, а он в эти выходные праздник. Да. Ну, то есть я понимаю, у нас потом это Ивана Купала, а у них вот это вот. Не-не-не-не. Ну. Ивана Купала, это Ивана Купала. А это осенний праздник. Как раз это я там как раз, когда делал календарь, я все эти дела нашел. А как его? Сан-Хуан. Сан-Хуан? Иди ко мне. Ехали на тройке, будем сами. Я вас ждал. Я вижу, она идет это. Что-то тут такое. На фоне стройки. Накинули. Ехали на тройке. Подчеркнули. Тебе надо сегодня коллекцию. По нуптикум, да? Там были собачки, тут собачки. Поехали на тройке за бренцами. А потом, как ты говоришь, и мне кажется, что это как основа бинты из поликлиники. И ты думаешь, что за бинты из поликлиники? Хотя мама понюхала. Говорит, у меня аромат как-то свежевыглаженного бинта. Это у кого какие ассоциации с этим? А говорю, а я не могу. Да. А я слышу бинты. Так Илёня сказала, они пошли, это с Оксаной мне. Ага.
Сама мы пошли, Жанна сказала, ничего, А я говорю, а Катя тоже самое пошла, и говорю, мужчины купила, потому что к ребятам зашла, у них там розовенькие, беленькие, ну и пацаня что купила. Такой ярко-розовый люди продаются. Ну не женская, потому что пожалуйста. Ну вот как, так, да? Да, и пацан, тут же с девушкой зашел, говорит, я хочу. О, я хочу только серо-розовый. А я муж-того смотрела, и муж-того про новости, да? И там видят такой парень черный, черный, постоянно. Ну, что? Три папа делают. Стабильно, каждый. Да, и они чего утроляли. Кто? А вон что-то, филипп. Галка. Что ты там нашла? Вика. Думаю, кто такой причик? Разошлась. Мне нравятся вот такие клёные тополя. Да? Вот это как? Это сельское тополя. Они делают клёные. Но ещё не пожелтело, да? Ну что, пойдем побыстрее. Да, ну тут Наталья же. Да, вот так. Мы на площадку едем, поворачиваем. Ладно, ладно. Родители, родители.
А что, погибать? Ну, они рано его сорвали, конечно. Я не знаю, значит, сладкий. Он, возможно... Как он может быть сладким? Ну, это его может быть. Вот он же пизденовый. Ярмарки там народной медицины, они как-то так по-своему уже называют. Безмене. Нет, это более новая модель. А так 570-е более новая там. Три фары вот эти вот. Такие-то там. Лазерные, не лазерные. Стоят.
или жарко стало, то ли жарко. Растащило. Еда. Температура поднялась. Общего благополучия, и они под этим благополучием совершенно противоположно действуют. Так я тебе... Театр пойти, а на я тебе не досказал.